продал 18-ху, продал короб со 18-хой и продал биему вместе с ним. Это было вчера на стриме. Я просто включил, ну не выключил стрим, думаю, пускай работает с вебкой, то есть, ну на всякий случай, всякие люди бывают, поэтому как-то так. То есть небольшие перемещения в рыке сделал, но что еще интересно, да, убрал фанеру, кстати, с хаты всю в сарай, чтобы уже просто колоночки эти оставил, потому что, ну вообще-то можно было бы одну унести, а вот вторая мне нужна иногда там как... стульчик куда-то вставить, еще что-то, что не крепкий, из 21 фанеры и небольшого размера, там прочность огромная у них, как бы можно использовать как что угодно, и как табуретку, и как ступеньку, скажем так, на которую можно встать. То есть примерно так. Интересно еще вот что. Так, ну-ка. Вот они играют без саба, без всего, просто колонки вот эти. Я могу сказать, что ну, на самом деле действительно неплохо. Такой взрослый звук у них. Реально как бы. И бас такой как бы, ну как бы реально есть. И лучей, и все как бы. Реально неплохо. То есть прям, ну реально по кайфу они играют.